Согласно данным ФБР, 35% хотят денег, постоянной работы, жить без неожиданностей. Как ты можешь убеждать меня уехать из Детройта? Мы не уйдем, пока я не допью свой виски. Алекс Кросс, у нас проблема, Алекс. И Алекс, подготовь себя к этому. Еще одна замученная жертва. По официальной версии полиции, это сделали 2-3 человека. Нет, он был один. Я в полном восторге от себя. Он бывший военный, спецподразделение, вершит суд по своему усмотрению. Он хочет причинять боль, хочет видеть муки, хочет, чтобы весь мир страдал. Он будто идет по списку. У него абсолютно прямой, четкий путь. Детектив Кросс, слышите меня? Развлекаешься? Причинение боли – неотъемлемая часть моего призвания. Ты в ловушке. Детектив Кросс, вы слишком близко все воспринимаете. Кстати, у вас такая красивая жена. Выглядит сногсшибательно. Он не остановится. Я видел его. Слышал его. Я скорее встречусь с ним у врат ада, чем позволю отобрать людей, которых я люблю. Быстрее! Здесь нет того, что ты предполагал. Он еще не потерял контроль. Ремневое ружье, наслаждайся! Думай, как он, где он сейчас? Он уже в здании, быстрее! Подними руки так, чтобы я их видел! Ну же, это все, на что ты способен?